начале, в первом тайме, когда, в общем-то, нам надо было, ну, доминировать. И мы, я считаю, что хорошо, правильно построили игру, и мяч держался, и были у нас атаки, которые могли завершиться голами. У нас несколько неплохих моментов было. То уже после того, как мы повели, мы стали немножко перестраховываться, и ситуации, когда мы могли более надежно выходить из обороны в атаку, мы немного стали упрощать, и стало больше, конечно, потерь в этой ситуации. Вот. Но в целом, если вот сегодняшнюю игру оценивать, я скажу, что мы по игре, атакующей игре, сделали шаг вперед. Добавился хороший парень Денис Якуба, игрок сборной. Вот. У нас как бы возросли командные скорости. Вот. Но пока в обороне не получается у нас сделать игру надежной. Мы уже много матчей подряд пропускаем по два мяча. Вот. В последних пяти матчах только в одном матче по одному. Вот. И, в общем-то, все у нас здоровы. Но то одна ошибка, то другая, то есть такая, не позволяет нам быть надежными в обороне.